Hello, my little friends! Здравствуйте, здравствуйте, мои маленькие друзья! Вы на канале Английский для начальной школы. I'm Юля. Я Юля. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Не забудьте поставить пальчик вверх и оставляйте свои комментарии под видео. Всем огромное спасибо, кто оставляет комментарии. Вы меня очень этим поддерживаете. Спасибо вам, друзья, огромное. Тема нашего сегодняшнего занятия. That is wonderful. Замечательный медвежонок, солнышки мои. 12A. Exercise 1. Упражнение 1. Page 88. 88-я страничка. Слушай, повторяй за диктором. Я сейчас вам буду называть эти слова. Вы внимательно их послушаете, а потом повторяете. Fair hair. Светлые волосы. Мы с вами учили dark hair, темные волосы. У нас добавляется еще и светлый fair hair. Puppet. Puppet – это кукла, одевающаяся на руку. Jack in the box. Попрыгунчик – игрушка. Нам это уже встречалось, солнышки мои. Jack in the box. The – обязательный язычок остренький. Jack in the box. Small – маленький. Big – большой. Fair hair. Puppet. Jack in the box. Small, big. Остановите видео и повторите эти слова. Если что-то непонятно, перемотайте и прослушайте еще раз. Обязательно эти слова запишите в словарик и запомните. Ребяточки, exercise 2, упражнение 2, page 88, 88-я страничка, спой песенку, сопровождая ее движениями. Сейчас я вам буду два раза читать, вы два раза внимательно слушаете. Потом с вами переведем, вы остановите видео и прочитаете самостоятельно. Здесь у нас будут новые слова. Тоже обратите на них внимание, если какие-то незнакомые для вас будут, обязательно их запишите в словарик и запомните. Of all the toys in my toy box, my favorite toy is Jack in the box. He can roll up in a ball. He can look very small. Then one, two, three, as quick as can be. He can jump right up, as big as me. Of all the toys in my toy box, my favorite toy is Jack in the box. He can roll up in a ball. He can look very small. Then one, two, three, as quick as can be. He can jump right up as big as me. Translate. Переведем. Из всех игрушек в моей игрушечной коробке моя любимая игрушка, my favorite toy, моя любимая игрушка, попрыгунчик. Он может сворачиваться в клубочек, in a ball, или в мячик, вот мы с вами видим на картиночке. Он может выглядеть очень маленьким, или казаться очень маленьким. Затем, раз, два, три, очень быстро он может выпрыгнуть и стать таким же большим, как и я. Вот видите, сначала как клубочек, а потом раз выпрыгнул, стал большим, такой вот большой игрушкой. Ну что, ребяточки, сейчас останавливаете, читаете самостоятельно. Ребяточки, следующее задание, exercise 3, упражнение 3, page 89, 89-я страничка, прослушай диалог и прочитай его. Мы продолжаем с вами читать. На прошлых занятиях мы читали, что Чаклс потерял медвежонка, потом он его нашел, но, к сожалению, у него не было глазок. Куда делись глазки, непонятно, мы так и не поняли. В общем, давайте прочитаем, узнаем, что же там случилось. На первой картиночке мы видим, да, сидит Нэнни Шайн, Ларри, Лулу, Чаклс и Тедди Бэ, который у нас без глазок. И вот под номером один Ларри говорит: «Oh, no! Daddy hasn't got any eyes!» Нэнни: «Yes, he has!» Ларри: «Oh, no! Daddy hasn't got any eyes!» Нэнни: «Yes, he has!» «О, нет! Медвежонок без глаз!» Няня говорит: «Да!» Подтверждает. Под номером два видим, что няня тут, Лулу, вся такая восторженная, Ларри, Чаклс и уже
Тедди у нас с глазками. Давайте узнаем. Нэнни. He's got two big eyes. Лулу. But look, Нэнни. He hasn't got a nose. Нэнни. Yes, he has. He's got a small black nose. Нэнни. He's got two big eyes. Лулу. But look, Нэнни. He hasn't got a nose. Нэнни. Yes, he has. He's got a small black nose. Няня говорит, у него два больших глаза. Лулу. Но посмотри, няня, у него нет носика. Няня говорит, да, у него маленький черный носик. Вот, он у него маленький черный носик. То есть она сделала еще, наверное, какая-то все-таки волшебная няня. Посмотрите. Абракадабра. И все, и появился у Тедика и носика, и глазки. И на третьей картиночке мы видим уже все счастливые, довольные. И няня, и Лулу, и Ларри, Чаклс вот с Мишкой. Ларри говорит, «Oh, now Ted is wonderful, Lulu. Now Chuckles is very happy. Thank you, Nanny, Ларри. Thank you, Nanny». Ларри, «Oh, now Ted is wonderful, Lulu. Now Chuckles is very happy. Thank you, Nanny, Ларри. Thank you, Nanny». Ларри говорит, «О, сейчас Тедди прекрасен, Лулу. Сейчас Чаклс очень счастлив. Very happy, очень счастлив. Спасибо, няня», Ларри говорит. «Спасибо, няня». В общем, все счастливы. Ребятки, а сейчас остановите видео и прочитайте самостоятельно. Если что-то непонятно, перемотайте, еще раз прослушайте, и у вас обязательно все получится. Вы у меня огромные молодцы. Exercise 4, упражнение 4. Прочитай диалог еще раз и вставь пропущенные слова. Это у нас на страничке 89. Итак, первое. He's got two eyes. У него есть два глаза. А вот какие глаза? Глазка, давайте найдем. Это в тексте. Так, смотрим, где у нас про глазки. Вот, he's got two big eyes. У него два больших глаза. Вот, что мы сюда вставим? Конечно же, big, big eyes. He's got two big eyes. У него два больших глазика. Под номером два. He's got a black nose. У него большой носик. Давайте смотреть, чего там не хватает. Так, где у нас тут про носик? Вот. He's got a small black nose. У него маленький черный носик. He's got a small black nose. Мы всегда должны с вами ставить small. Вот такие вот задания, солнышки. И вы все справились. Вы у меня огромные молодцы. Ребятки, а теперь в рабочей тетрадочке поработаем. Ted is wonderful. Прекрасный мишка. Exercise 1. Упражнение 1. Page 48. 48 страничка. Read and complete. Ребяточки, здесь у нас пропущены буковки. Мы должны их ставить. Это у нас... Что это у нас? Puppet. Папит – это кукла, одевающаяся на руку для кукольных театров. Это у нас папит. Следующий у нас под номером 2 – Jack in the Box. Тоже какие-то слова пропущены. Это тетрадка моей младшей сестрички, она уже тут вставила. Ну, мы сейчас еще с вами напишем. Я на доске напишу вам слова, вы проверите. Jack in the Box – попрыгунчик, игрушка. Big – большой, big nose – большой носик. Small nose – маленький носик. Мы видим. Small – какие вот тут буковки. То есть вы должны сюда самостоятельно вставить. Так, ребяточки, проверяем. Puppet – puppet. Это у нас игрушка, одевающаяся на руку. Под номером 2. Jack in the box. Jack in the box – это попрыгунчик-игрушка, которая выпрыгивает. Мы про нее песенку с вами пели. Под номером 3. Small – маленький. И big – большой. Все буковки вставили, проверили правильно. Если где-то ошибочку допустили, солнышки, доучите, пожалуйста, слова. Вы меня огромные молодцы. Ребяточки, exercise 2.
Упражнение 2, page 48, 48 страничка. Choose and color, then write. Выберите цвета, а затем напишите. Ну, то есть можно и раскрасить. Тут у меня сестренка уже постаралась, она уже придала цвет. И написала. My favorite toy is... Она написала ballerina, моя любимая игрушка балерина. I've got a teddy bear. У меня есть плюшевый мишка. Мы сейчас с вами тоже напишем. За место балерины вы можете сюда написать и teddy bear. My favorite toy is teddy bear. Моя любимая игрушка плюшевый мишка. My favorite toy is puppet. Моя любимая игрушка кукла, одевающаяся на руку. Или, например, my favorite toy is toy soldier. У меня моя любимая игрушка оловянный солдатик. Или Jack in the box. My favorite toy is Jack in the box. И I've got, у меня там есть... I've got a teddy bear, I've got a puppet, I've got a toy soldier, I've got a jack in the box, I've got a ballerina. То есть то, что у вас есть. В общем, я сейчас буду про себя писать, а вы про себя. Итак, my favorite toy, моя любимая игрушка. My favorite toy. Is my... Так, какая тут моя любимая игрушка? Наверное, я возьму балерину. My ballerina. My favorite toy is ballerina. It's my ballerina. То есть, если у вас какая-то заместо балерина, вот я сюда написала, вы сюда можете любую ставить. И папик можете, и той солдже. В общем, какая у вас любимая, ту и вставляете. И следующее, ребяточки. I've got. У меня есть. Ну, какая у вас есть игрушка? У меня есть вот мышка. I've got a mouse. Поэтому я могу сюда написать мышка. I've got a mouse. У меня есть мышка. Потом у меня еще собачка есть. Часто... Я их сюда рассаживаю на урок. I've got a dog. Также к нам приходил и кошечка приходила. I've got a cat. То есть, какие у вас там есть, то и сюда и напишите. У мальчиков может быть toy soldier. То есть, разные эти. Repeat. Повторяем. My favorite toy is my ballerina. I've got a mouse. I've got a dog. I've got a cat. Ну что, мы справились с вами с заданиями, вы были огромные молодцы. А наше занятие подошло к концу. And now the lesson's over. Bye!